раз мы во Франции, я вам про Монтэня скажу. Монтэнь, да, великий философ, 16 век. У него была гениальная фраза, я ее сейчас точно не произнесу, но смысл просто расскажу, что в мире существует три уровня образованности. Первый уровень – это простого крестьянина, который в 16 веке, который просыпается с солнцем, ложится с закатом, хлеб посеял, в море искупался. Он часть природы, он никогда ее портить не будет. И менять ее не будет. У него не хватит на это просто. Он заслужит полного уважения. Второй – это лучших умов человечества, философов, которые точно так же никогда не будут пытаться что-то изменить, там в бочке могут жить и так далее. Они уходят от политики, уходят от всего, потому что они на высочайшем уровне, они тоже природу портить не будут, они тоже заслужат полного уважения. А есть средний уровень, как он их назвал, метисы, не те, не те, которые, нахватавшись основ образования, навсегда ушли от крестьянина. Но в силу определенного недостатка образования или недостатка мозгов, никогда не станут философами. Вот они считают, что они способны переустроить мир. Вот от них происходят все смутные беспорядки, как сказал Монтэнь. Я, кстати, подумал в этот момент, вот Пиманов, а ты кто? Ты же не философ? Нет, конечно, ну и не крестьянин. А я еще выхожу в программе «Человек и закон» и пытаюсь каждую неделю поменять людей. Я вот тот самый метис и есть.